Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Овер, Артик, Гарвин и Вотер, и мы продолжаем играть в гольф! Йоу, друзья, всем здорово! Всем здорово! Просто мы сегодня играем вчетвером, это просто какое-то мясо, я не знаю. О, пацаны! А, третий попробуй. О, пацан! Я вижу, Артика. Ура, я заново! Ура, класс, обожаю! А, я тоже, капец, ё-моё! А я прошел, ребята! Ну-ка, ну-ка! Парни, давайте себе и пройдем. Ну-ка! Короче, надо заново проходить, ребят. А кто уже прошел? Я, Гарвин! Ой, Гарвин, да ё! Я, Гарвин! О, найс, попал! Как? Я в вас верю! Димас! Как капец, просто жесть! Я вылетел из лунки. Вотер, шпротер. Вотер явно что-то как-то переборщил. Я что, один остался? Нет. Нет. Смотри, сейчас попаду. Давай. Смотри, в радугу попробуй. Ух, нифига, кстати, карта, ребят, добавлена из мастерской и очень круто выглядит. Красавчики. Вот. Первая лунка, кстати, очень... Я плохо вообще сыграл, ребят. Я тоже. Гарвин, я тоже там... Три ударчика сделал. А, ясно. Так, я перелетел! А, я нормально. Тихо. Как-то у вас управление поменялось. О, стой, ну куда она улетает? А у меня сразу вот эта шкала. Синяя штучка сразу теперь появляется. Да, вой, я думал, только у меня. Какая синяя штучка? Ну вот именно к этому. А, у меня просто цвет шарика синий, ребят, ну вы поняли. Я забыл, как там до этого было просто. Оп, давай. Оп, да блин. Вотер, как так-то? Кто сколько вообще? Не, я, подождите. Я 4 сделал. Арабская ночь. О, встретились, ребята. Так. Встретились. Так, все, я попал. Блин, ну я столько ходов потратил, капец. А видите, ребят, теперь подсвечивается счет. Кстати, если красный, то это плохо, желтенький пойдет. И вообще я видел еще зеленый. Да. Так, ну-ка. Да, вот сейчас зеленый. Ну вот. Хоп! Ой, найс! Блин, а что надо было туда? Давайте осторожно, парни. А, стой! А это что, Гарвин, это первая лунка, мы не туда. Мы не перелетели. Ба, блин. Оп, стой. Черт возьми. Опа. Боже мой. Найс, ребят. Я прошел. А кто уже? Вот ты даешь. А вот у меня зелененькая, ребят. Я прошел, есть. Красава. Ой, кайф. Около лунки. Блин, у меня а вот, парни, что мне делать вот отсюда? Вот. О, да как? Я просто не понимаю, что это вообще такое сейчас было? Давай, Дима. Да он катится, вы понимаете? Ты слишком сильно бьешь, Дима. Боже мой. А ты видел, из какого... Смотрите мое положение. Я вижу, очень выгодное. Оу! Я ж сказал. Я ни одной лунки не прошел на зеленую и даже на желтую. Так, парни, ну все нормально пока что. Ой, смотрите там, как понимаешь-то. Зато здесь, ребят, я вас просто перепрыгнул. Тихо, нет! А, все, найс. Давай. Ой, попал! Да ну нафиг, зеленая, еху! Кто там запердел? Два ударчика. Тихо, ну попади, ну долети, ну ты. Ой, просто жесть. Я перелетел жестко сейчас, блин. Так, ну-ка. Так, парни, это я. Нормально, да, красавчик. Ребят, я просто приболел, поддержите, пожалуйста, лайками. Серьезно, да. И репост. Так, тихо, держи. Давай, Димас, почти попал. Что-то в этот раз совсем все плохо. Да, Димас близко. Вот и. Да, Димас, хэштег, да? Я думал, никто не поймет. Нормально, парни, нормально. Вотер, давай. Я думал, мы уже все прилетели давно. Не, а я нормально, ребят, кстати. Это нам в котел, ребят, ну-ка, телепортики. Бам! Блин! Я вылетел. Я вылетел. С такими криками, поехали, никто не попал, да? Мы попали с Вотером куда-то. Пацаны, ну мы где? О, я попал. А, я наоборот слишком сильно ударил. Так я тоже. Ой, капец. Я прошел? Парни, просто в сетку надо попасть. Ты прошел? Или что? Вау! Офигеть, это что, портал? Пацаны, просто в ворота попасть. Ребят, вы когда-нибудь видели вообще такую карту? Это же просто жесть. Это просто жесть. Ребят, Димас в алмаз, парни, улетел. Пять, так, у меня 5 ходов. Следующая луночка, погнали. Опа! Хоп! На-най-на! Хоп! На-най-на-най-на-на! Вотер, нифига, как он просто дубасит. Офигеть. Блин, а как здесь сейчас... Ой, тихо! Дима, я видел Диму. Так, главное сейчас улететь правильно, смотрите. Мне... Мадамака!
Оу, я что-то переборщил, ребят. А я попал, а я попал. Я тоже. Блин, как? А я попал, а я не попал. Отменить, пожалуйста. А я попал, а я не попал. Найс. А я не попал, черт. Ctrl, отменить, Ctrl Z, да. Да. Ctrl C, Ctrl V. 8 ходов, блин. Попал. Да как меня? У меня уже 10-й раз так. Да ё-моё. Да ё-моё. Давай, братан. Все, ребят, показываю. Давай, соберись, соберись, гайд, соберись. Хаба. Блин. Показываю. Хаба! Ой. Один раз показываю. Пацаны, я вылетел из этой лунки 10 раз. Окей, ну нормально, братан. Ага, 14 ходов. Так, куда нам, ребят? Я первый! Я второй. Я третий. Как будто рассчитались. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Мне надо что-то считать? Да. Четвертый надо было сказать. Я первый. Ой, Димас, Димас, Димас. Понятно. О, попал! Два! Два! Два очка! А как с первого раза попасть можно было? У меня не зелененькая, у меня желтая. А чё такое? Можно было с первого раза попасть, ребят. Я вообще придурок, парни. Капец. Я вообще придурок, парни. Я понял, что ли. Ты чё делаешь вообще, Вотер? Чё ты по стенке-то ползаешь? Всем привет, я Вотер. Видели, он по стенке вверх полз? Да, да, да. Хорош, братан, а ещё посильнее надо было, посильнее. Ещё посильнее, сейчас постараюсь. О, видишь, там портал сзади. Вот тебе в портал. Давайте. Ну, опа. Не надо мне так смешно шутить, парни. Я хоть и, смотрите, 14 ходов потратил, но я все равно не последний, вы понимаете? Опа. О, портал. О, я прошел. О, портал. О, изи. Блин, почти прошел. Блин, смотрите, все я прям... прошли, я не прошел. Хорош. Карен красавчик. А! Чё? А я один забил. О, а как с первого раза здесь попасть, ребят? Почему у нас не желтая? У нас, ой, не зеленая, у нас желтая. Чё за фигня? Как пройти эту лунку с первого раза? Это сложно. А я один на желтенький. У всех красненькая почти. У кого 29? Гарвин задрот. Я ночами реально не сплю. Чё это сейчас было вот это? Парни, я... Ой, пацаны, по-моему, я залагал. Ой, слава богу, слава богу, что он залагал. А я не в ту лунку, что ли, парни? А куда лететь? А куда там вообще двигаться? Дурак, что ли, повернуть? Блин, не долетел. А, окей, такой вообще. Реально, парень, ты что-то не догоняешь. Мы, в смысле, улетели. Да, в смысле, реально, натуре. Опа. Опа, три хода. В смысле, вот что ли, не понимал, как вот здесь вот проходить? Ё-моё. Нет, я думал, там лунка. Да у нас у всех красная. А я вообще... Гарвин один такой. Опа, хорошо. Опа, найс. Четко. Ой, Гарвин, ты что делаешь? А, все правильно. Да, да, да. Давай, братишка. Тут надо перелетать, Гарвин. Не так, правда, но... Ну надо было. Давай, соберись силами. Готовы? Поехал, хорошо. Давай, братан. Соберись с мыслями, братан. Да что, подожди, стой. Ты что-то не можешь собраться с мыслями. Давай, яички в кулак. Тихо, КВН закрыли. Есть! Вот это да! Вы видели! Офигеть! Это было нереально. Вот это бросок, вот он это перелетел! Вот если бы ты сейчас забил, я бы реально тебе похлопал. Да, я похлопал, похлопал бы стоя. Сейчас смотрите, ну это ладно, ладно. А так дал себе 5. Хорош, Гарвин, красава, так, аплодисменты. Следующая дырочка, погнали. По-моему, это не аплодисменты. Следующая дырочка. Пам! Так, окей. Мы с Димой вообще сверхразумы. Пам-пам! А нет, куда, давай, ну, к ней причисляем. А, это нам вот в эту ловушку, там электрическую, да, летающую вот мишень? Че я сейчас только что сказал? Где я? О, я... Как мне попасть теперь? Блин, капец, ема. А, все мне приятно. В эту, в ловушку надо. Ну. Я думал, я прям теперь там... Оу, это сильно, это соу, вау. Это соу было биг. Соу бьютифол. Подожди, вот эту, которая крутится, нам надо? Да. А, фу ты. А, вон куда. Я же сразу сказал, алло. Вы куда били-то все это время? Я бил просто флажок. Пацаны, привет. Все здесь. А как? А ну, все смотри, здесь! Надо повыше, давай, повыше! О, я попал! Найс! Я попал! А мы с Гарином амёбы. Мы с Димоном с 5 раз попали. Да давай! А я попал! Одновременно мы с тобой, да? Да, да, влетели. А знаешь, почему мы с тобой Димасы, и мы с тобой вообще все одновременно делаем? Расколбасы. А как, а как? Объясните, я не могу наверх смотреть. А мы с Гарином Димасы. Смотрите, смотрите, я беру, значит, цели. Мимасы? Какие продаунов? Мимасы. О, вот ты посильнее, ударь! Да сейчас еще сильнее, походу, надо, да? Давай, давай сильнее, надо на другую. Гарвин, там, Гарвин вообще не понимает. Да у меня вот это... Вот такой лунку найдет там. Я не могу высоко почему-то, смотри. Вот это красава. Почти лунку попал, да? Четко, ребят, так и надо. Давай, Вотер. Вот так. Ну, давайте. Красава. Да что так у меня не получается сильно? У меня тоже не получается. Алло, парни, 20 секунд осталось.
Тихо, тихо, 20 секунд. Это я успею. Последняя выдочка, давай, давай. 20 секунд, а вы еще тут. Ну ладно, ладно, все, понятно, минус луночка. Вот, ты зачем так сильно бьешь, и что? Да я не могу. А Гарвин слабо бьет. Ну, Гарвин, видимо, не богатырь. Гарвин. Да вот он, смотри, у меня коврика не хватает. Смотри, раз. Смотрю, да, вижу, коврика не хватает. Блин, да подожди. Знаешь, что это было? Ну это техника. Как можно было не пройти эту лунку? Не знаю, парни, очень сложная лунка была. Как? Что это? Гарвин с первого места на предпоследнее, предпоследнее. На второе. А что, я первое, что ли? Да. Я перелез. Я в городе первый. Охренеть можно. Здесь, Гарвин? Тут пацаны спираль. Димас, а ты куда улетел? Пошел. Я куда-то туда. Нормально. Я объяснил, да, нормально? Да, 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 я видел в какой-то. Все, найс, я в какой-то лес там. Оп! О, ну ё-моё! Ой-ой-ой. О, давай лобер. Мне тоже бедный. А я с четвертого, парень. Вау. Я тоже. Четвертый не шестой. А у меня фри. Ну, у нас, кстати, потная заруба, потому что по счетам все примерно одинаково. Да, собираем. О, а что за тропинка? Туда в дырочку, парни, в бревно. Найс, я не попал в это бревно. Я зато в какую-то хрень попал. Я вообще никуда. Сейчас, я попал. Пам. О, вырвал. Найс, о, нет, боже. Один я, один я. О, кайф, люблю такое. Просто жесть. Я отвечаю, люблю. Да, парни, вы как в бревно вообще попали? А я не могу. Да как-то спокойно. Не, блин, ну как объяснить? Аааа! Нет! Найс, наконец-то я попал. Нормально. Воу-воу! Я только не обратно! Аааа, почему? Нет, не сегодня. Так? Овер. За что? Я же первый. Парни, а, прошел. Обратно, сейчас мы, сейчас мы обратно! О, Найс. Как ударить-то? Я что-то слишком сильный. Я думал, не пройду. Вот, я с седьмого, блин. Я прошел с шестого, хотя я три раза не мог попасть в бревно. Я просто здесь в лунку не мог попасть прям перед собой. В телепорт! Сейчас Гарвин опять не попадет. Я попал. Я не заметил, как новая лунка началась так. Думаю, да вроде то же самое. О, да ну, вау! Я не могу попасть. Щит, парни, тут лестница. Лестница, тут лестница. Вы сейчас поймете. Вы что, все уже что ли в этой лунке, да? Я тоже не попал. Вы сейчас поймете? Здорово. Вы сейчас поймете. Вау, 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 вау. О, я попал, все нормально. Супер. Да вау, лестница реально. Лестница, я не могу долететь до нее. Так, что за лестница? Бог ты мой, что я сделал, боже. Да блин. Воу, воу, воу. Что здесь такое? Парни, меня очень скоро. Как? А, Дима, я вижу. Я уже второй раз, Гарвин, таким образом. Второй раз, понимаешь, Гарвин, второй. Черт, ну почти. А это был третий! Ты че, Дима, реально не прошел еще? Ты че, реально, да? Да, смотри, я видел! 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 Я прям. А, понятно, понятно. Силушка понятно, профессионал. Да ладно, я не могу, у меня реально силушка богатая. Ну да. Хорош, попал. Теперь со всей дури прямо. Давай, давай. Попадаешь? Ну не со всей. Только прямо, а не в бок. Я говорю, что ты красавчик. Это со всей дури. Да. Что-то у тебя дурь nice. Какая-то. Дурь закончилась. Дурь не так. Перепутал. Да, парни, такая вот. Сейчас упа... Дурь не прет, короче. Ой, ну посильнее можно было. Ой, ой, боже, это просто как? Вот никто туда не упал. Я не знал. Вот туда никто, кроме Вотера, не упал. Хорош, ходы кончились, братан. Все, все. Да. Тихо, ну тут ты должен попасть. Да все. Да все, ходы. Куда он там попал? Аля. Когда у тебя богатырская силушка, да? Так, а куда тут? А тут... Ух ты, ребята, смотрите, ловушка. Артик, молодец. Я тоже молодец, все молодцы. Я не Артик, я Арктик. Артик. Арктик. Да меня уже в комментариях так называют, кошмар. Опа, пацаны, все с трех раз прошли. Да. Нет. Понятно, ну понятно. Вот улетел. Нормальные пацики прошли с трех раз. О, что ты такой сильный объяснил? Вот как можно вот так? У меня сенса большая стоит. Да, понятно. Отмазки, отмазки. Да, да, да. Сенса, сенса. Отмазки, отмазки. А, блин, тихо, мне Катя. А, я не пройду. Гарвин так эмоционально это все комментировал. А тут можно было... Быстрее! Парни, а вы видите лайфхак? Там стоял камень, с которого можно было сразу в лунку полететь. Вау. Ну-ка. Ну это с какой попытки? Вотер, нажми на R. И посмотри на камень на этот. Не, ё-моё. Ребят, вот кто заметил, напишите в комментариях. Это был, кстати, лайфхак. Кто заметил, реально, это был просто лайфхак. Пасхалка. Вотеру бы сейчас на R бы нажимать бы, да, перед лункой. А, потому что там это у меня... А, я не докатился. Так, а сейчас-ка я знаю, как я, каяка. Каяка, каяка. Пройду сейчас я.
Да. Моя сила давай. С богатырской помогла. Ой, а у меня не помогло. А я прошел. Уотер, привет. Понятно, я не пройду сегодня. А ты от стенки, Гарвин. От левой стенки, Гарвин. Подожди, сейчас попробую еще раз. И давай, братан. Нормальные пацаны из 4 раз проходят. Нормальные? Уотер с 5 пройдет. Я с 4. Я же сказал, ебой. Гарвин. О, красава. Не. Короче, молчу. Нет, все, ты мой соперник. Пол дури. Смотри, я твой соперник. Все, тихо, собрался, да, собрался. Да. Пошел, хорош, Валера. Валера, привет. Тихо, ну сейчас. А нифига у нас, кстати, разница-то близкая. Да. У меня особенно. Гарвин сейчас еще раз. Ну, Уотер вне конкуренции. Ах ты попа. Да. Ох, потно, ребята. Сейчас западнее, пацану. Разница у всех. Смотрите, внимание. По три очка у нас разница. Ой, а куда? Я сюда. О, лунка! Кайф! С двух ударов! О! Да капец, вот. Блин! На! Когда. Мы с овером за две попытки. Красава, вот он! Я не в ту дырунь попал! Дырунь! Дырунь! О, я что ли не в ту? Я попускаю! Артик хорош! Тихо-тихо! Пацаны, осталось убирать дырку. Предпоследняя. Вот сюда, Гарвин, сзади. Я понял, я уже узнал. Я уже все попробовал. Во, хорош. Ой, ну все. Гарвин, все дырки попробовал. Кроме одной. Хорош, найс. Йо, я на втором месте, Димас, ну-ка там заложи. Бля, что-то я в три, ну-ка. Что там, как там, что? О, найс. Хорошо. О, все прошли, парни. Я у кого-то. Я еще и дальше всех, пацаны. Давайте теперь обратно. Да давайте. Опа. О! Блин, все, я. А, Димас, пока! Привет! Пока. Вот, что, пока, у тебя счет-то какой? Да я чуть это. Я в лунке, че, счет? Я попал! Я попал! Я попал! В смысле в лунке? Найс! Ой, я чуть-чуть перепутал. Просто кайф! В смысле сразу! Да, в смысле сразу! У Димы... Ай, Гарвин, ты... как ты? Видел, да? Да. Видел, посмотри, прям, сколько я ходов это сделал. Я до сюда три хода лежал просто. Почему мне не получается сильно ударять, когда Дима, надо? Дима, давай, давай. Привет. Маш, как можно больше. Как можно больше, братан, давай. Так, походу, я уже пока до свидания. Тихо, тихо. Неужели я выиграю? Да неужели но ты... Но пока нет. Рано, пока рано об этом говорить. Пока еще рано. Сейчас мы сравняемся. Мы сравняемся, Дим, да. Мы сравняемся. Опа. Давай. Блин, вот в горле... Блин, этого не могло произойти! Нет, Дима, не сравняемся! Я в лунке. Я первый. В смысле не сравняемся? Да! Вот, нормально все. Я первый. Я тебе на время дал погонять. О, это последняя лунка. Тихо, что тут вообще надо делать? В смысле, что здесь? Давайте первый. Так, кого он несет? О. Так, а, тут легко, парни. Сейчас Уотер как пушечный такой пошел. Найс, прошел! Нет, подожди! А, почти попал! Что здесь происходит? Ой! Я почти попал в лунку. Я тоже. О, пропал. Все, залетел. Пропал. Блин, вы видите, один я. Один я. Хорош. Хорош. О, мне написали пар. Да. Ставьте лайк, Димас. И кто первый? Ребята, кто первый? А? Кто красавчик? Кто красавчик? Я, наверное. Я красавчик. Хоть, ребят, я одну луночку и прошел за 14 ходов, но в конце я просто царил как батя. Мы с Гарвином профессионалы сразу видим. Просто кайф. Но эксперт, ребят, заруба была действительно потная. Ну что ж, ребят, на этом наш выпуск подходит к концу. Я надеюсь, вы уже успели поставить большие пальцы вверх и подписаться абсолютно на все наши каналы. Если что, ссылки будут в описании. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте и пока-пока. Всем удачи и всем пока-пока, ребят. Всем пока, ребят. Всем удачи и всем пока, ребятки.